Не треба іншого зразка, коли в очах є приклад батька. Саме так говориться у народному прислів'ї. І саме так було у родині Лошакових. Три покоління військовослужбовців – дідусь, батько та старший син – морські офіцери. Спадкоємність поколінь проглядається у військовій виправці, у манері спілкування і навіть у посмішці. На жаль, поспілкуватися з дідусем вже немає можливості, однак родина завжди згадує про нього. Про батька Володимира Ігоровича та сина Андрія Володимировича Лошакових розповісти можливо багато. У них чимало спільного. Навчалися в одній севастопольській школі, закінчували Чорноморське вище військово-морське училище імені Павла Степановича Нахімова, починали службу на кораблях, ходили у морські походи, продовжували служити на керівних посадах штабів Військово-морських сил Збройних сил України. Тільки часи різні. Володимир Лошаков народився і виріс у Севастополі у родині військового моряка. І хоча у дитинстві він захоплювався мистецтвом, грав у піонерському театрі, по закінченні школи питання, ким бути, не стояло. Звичайно ж, військовим моряком. Ну, якщо чесно, в то время в Севастополі, ну, це вже ровно 45 років назад, вибір особи мальчишек не стояв. Два воєнних училища і приборостроїтель інститут. Отец военный, офицер береговых ракетно-артиллерийских войск, морской пехоте служил, заканчивал службу на базе корабельной. Естественно, вокруг моря, пионерские лагеря – это море, база отдыха – это море. Ну и разговоры были практически последние годы школы, в училище, на надводные корабли. Літо, спека, а у юного Володимира – іспити. У 1968 році він став курсантом Чорноморського вищого військово-морського училища імені Павла Степановича Нахімова. Ті дні Володимир Ігорович і досі згадує з посмішкою. Моментів, звісно, багато було. Самий перший момент, коли мені на мандатній комісії об'явили, що я зачислений, я біжав по училищу, по території і кричав «Я курсант». Нікого вокруг не було, я куди-то біжав і кричав. Родители уехали в санаторий, они были уверены, что все будет нормально. Мобильных телефонов не было, позвонить, доложить было сложно, но значит, я кричал, чтобы они услышали. А потім розпочалося навчання, життя у казармі та очікування заслужених звільнень. Здавалося б, що навчатися у військовому училищі буде важко. Однак для Володимира Лошакова, юного та завзятого, це було зовсім навпаки. Трудно не було. Трудно не було, тому що хороша підготовка в школі була. Я школу с серебряной медалью закончил, то есть у меня достаточно базовая подготовка нормальная. Из специальностей, наверное, больше всего нравились военные, особенно последние годы, когда определялось твое предназначение, для чего ты идешь на флот. Нравилась штурманская подготовка, но я с ней, в общем-то, в жизни сильно не сталкивался на будущее, только когда в вопросах управления кораблями. Вот. А нет, наверное, сложностей не было. Больше была радость от того, что ты учишься, от того, что ты ждешь субботу-воскресенье пойти в увольнение, ждешь старшего курса, чтобы одеть фуражку, чтобы одеть там новые лычки, чтобы ходить каждый день в увольнение. Уже была задача ежедневно бывать в увольнении, потому что уже встречался со своей будущей женой, начиная с первого курса. Поэтому как бы трудно не было. Были обиды какие-то, были непонятности, были трудности чисто там, бытового характера. Ну, это... Тоді це все переносилось дуже легко. Їм тоді, молодим хлопцям, що мріяли стати справжніми морськими вовками, було дуже цікаво опановувати нові предмети за своїми спеціальностями, вивчати кораблі та їх оснащення, і навіть брати участь у справжніх навчаннях, після яких прийшла впевненість у тому, що обираючи професію, вони зробили єдиний правильний вибір. Адже кінець 60-х та початок 70-х років був періодом стрімкого розвитку радянського військово-морського флоту. Флот ставав по-справжньому океанським та ракетно-ядерним. Практично всі флоти СРСР за ті півтора десятиліття значно зміцніли та поповнилися сотнями нових кораблів, катерів, підводних човнів, літаків та гелікоптерів морської авіації. 1970 рік був ювілейним. Виповнювалося 100 років з дня народження вождя світового пролетаріату Володимира Ілліча Леніна. І до нього готувалися усі, в тому числі і військово-морський флот СРСР. Його заснування, як вважалося, також було пов'язано з ім'ям Леніна. Широкомасштабні маневри, які відбулися в цей рік, окрім своєї основної мети – оперативно-тактичної підготовки ВМФ, повинні були продемонструвати всьому світу успіхи радянського державного устрою та міцну силу радянського флоту. Під час навчань відпрацьовувалася злагодженість штабів, взаємодія флотів з оперативним об'єднанням інших видів збройних сил дружніх держав при вирішенні завдань з розшуку та знищенню ракетних підводних човнів противника, знищенню його наземних об'єктів тощо. А потім, во время учебы в училище, самое запоминающее было, это
когда нас мальчишек в конце второго курса, май 70-го года, внезапно отправили на маневры «Океан». Это маневры, посвященные столетию со дня рождения Ленина. И мы вот так сходу на 3 месяца оказались в океане. То есть в прямом переносном смысле. Мы на крейсере «Дзержинский» шли в море, и там мы видели и слезы, когда мы искали погибшую советскую подводную лодку именно во время учений, и радость от того, что мы смогли побывать в Болгарии, мы побывали в Нигерии на экваторе. Это мальчишки, которым там 19-20 лет, это второй-третий курс. Ну и понимание того, что наконец-то мы поняли, куда и зачем. То есть океан, самый страшный противоречивый шторм был в Северной Атлантике, мы прошли Бискай. То есть мы, практически ничего не понимая, мы пришли к тому, что мы, ну, те, кто попал туда, тот попал туда. И дальше уже был осознанный выбор, и доучивались последние годы. Вот это была память. Первая награда была, первый значок там, учение «Океан». Вот так було. Роки навчання завершилися. Ще будучи курсантом 5-го курсу, Володимир Ігорович одружився. Тому на місце свого першого службового призначення, Північний флот, він поїхав з дружиною. Я попав на север. То есть для меня было несколько неожиданно, я думал оставаться в Севастополе, тут были свои планы, корабли, море тут, ну и как бы на север было достаточно сложно попасть, север, Камчатка, это для избранных, но жизнь так повернулась, что я, придя за распределением, получил билет на север. Я был на севере на стажировке, я понимал, что это, к чему это все идет, и оказался на севере. Это у нас в этом году 40 лет выпуска училища. Значит, 40 лет назад я попал на север лейтенантом, и дальше началась та служба, о которой мы сьогодні говоримо. Про труднощі, які їх очікують, тоді не думали. Однак розуміли, що буде нелегко. Це сьогодні у сучасній Україні після навчання не призначають на далекий схід, Камчатку тощо. Все це залишилося у тодішньому Радянському Союзі. Тому і дружинам сучасних моряків легше. Не треба їхати за 39 земель. А раніше цілими сім'ями колесили по величезній країні з гарнізону до гарнізону. Не кожен родинний корабель витримає таку перемірку на міцність та згуртованість свого екіпажу. Вы знаете, наверное, все-таки Севастополь сам по себе, он готовил вот жен тех времен к тому, что надо ехать. Надо ехать, есть профессия, специальность, тем более мы встречались, ну, как бы не месяц и не два, а практически 5 лет. Понимали, обсуждали, встречались. Мне иногда приходилось бывать в компании, значит, друзей, родителей моей жены, которые были офицеры. Значит, потом они стали достаточно высокопоставленные офицеры, их, к сожалению, сейчас нет уже на свете. На тот момент они капитаны 3-го, 2-го ранга, со мной мальчишкой беседовали, рассказывали о флоте, и я понимал, что иного пути нет. Если на север, то с семьей, ну там, вот, а дальше, как получится. Мы были идеалисты страшные. Наверное, мы были к этому готовы. Почему? Потому что выросли и муж, и я в семье военных. И мой папа был военным, так что жизнь по переезды по гарнизонам, для меня это, в общем-то, было привычно. Я представляла, что, выйдя замуж за военного, что, в общем-то, и меня, наверное, ждет такая жизнь, гарнизон. И то, что на север уехали, первоначально, конечно, было очень трудно. Трудно оторваться от родителей, от семьи, начать новую свою жизнь. Тем более, когда служба морских офицеров, молодых лейтенантов, они практически постоянно на корабле, а ты дома с ребенком одна, то, конечно, тяжеловато. А потом, когда стали уходить они на боевые службы подолгу, я работала, сын старший в школу ходил. Конечно, были тяжелые моменты, в общем-то, как-то мы тяжело воспринимали эту разлуку. Вот хотелось уехать и бросить все, но думали о том, скорее всего, что, в общем-то, нам на берегу было гораздо, в общем-то, легче это переносить, потому что в сравнении, если так подумаешь, как на кораблях служат мужчины,
тем более в северных условиях, когда вокруг снег, темнота, конечно, и холод. В общем-то, это давало силы, и знаешь, что ты жена военного, значит, должна терпеть сознательно, в общем-то, ти йшла на это. Північ. 17 років на кораблях. З однієї бойової одиниці на іншу. Великі протичовнові кораблі – бойкі, грімящі, згучі, дерзкі, адмірал Нахімов. Служба сувора, однак дуже цікава. Найяркі моменти, найяркі моменти зв'язані з буйством природи на сівері, коли зривало причали, коли зривало кораблі, коли приходилось, сутками стояти на верхній палубі, бороться, значит, с погодой. Это раз. И второе, самый яркий момент, это, ну, мне повезло, у меня все корабли, на которых я служил, они были как бы визитные. То есть уже через два года я на БПК «Бойке» пошел первый визит советских кораблей в Америку, в порт Бостон, а потом визит во Францию, а потом два визита в Норвегию на разных кораблях, а потом ряд боевых служб, причем три из них девятимесячных. Там было что вспомнить, это отдельная история, отдельный разговор. Звичайно, що служба забирала майже увесь час, тому з рідними військовослужбовці бачилися не досить часто. І кожну вільну хвилину намагалися провести разом з дружинами та дітьми. Чи то вдома, чи то на кораблі. Дружинам – щастя побути з коханим чоловіком, а дітлахам – радість побувати на бойовому кораблі. У нас в ті времена служба достатньо сурова була, я, так сказати, не жалуюсь, але сход на берег – це был как праздник. Поэтому, когда выходные дни приходилось обеспечивать на корабле, особенно в годы, когда я уже был старшим помощником командира, когда же, так сказать, более высокие должности, была возможность взять на корабль. Потому что, вот я вам говорил, 9 месяцев в море, потом прийти через 2-3 месяца опять на полгода в море, надо было детей хоть видеть где-то. И старший сын, ну, на тот момент, он первый, второй, третий, там, пятый класс, седьмой, мы до восьмого класса были на севере, конечно, он бывал на кораблях, конечно, он понимал. А в Североморске все дети понимали, что дорога, ну, большинство мальчишек, его окружение, планировали йти на флот. Після півночі – повернення до Севастополя. Спершу викладацька діяльність у рідному училищі. Цей час Україна здобула незалежність. Розпочалося формування Національного українського флоту. Що ж корабельному офіцеру з величезним бойовим досвідом за плечима робити в училищі? Ще достатньо сил послужити вітчизні. Володимира Ігоровича було призначено на керівну посаду до штабу флоту. Появилась нужда на флоті, сформувався командний пункт флоту. И надо было в руководство этого командного пункта, ну, во всяком случае, я имею в виду руководство, это оперативное дежурное флота, так ключевая должность всегда была на флоте. И я, честно говоря, на севере даже не мечтал о том, чтобы попасть на эту должность, потому что на северном флоте оперативные дежурные флота, это были командиры кораблей, командиры соединений, какой-то, по какой-то причине, по болезни или иначе, были списаны с флота, но имели сумасшедший, колоссальный опыт. Молодой украинский флот тогда таких специалистов не имел, если имел, то они шли уже, так бы, на высшей командной должности. Но вот посмотрели, что, так сказать, человек с подготовкой морской хорошей и подготовкой, вот как я вам говорил, в вопросах сбора, обработки информации, освещения обстановки есть. Долго за меня боролись, но, во всяком случае, очень благодарен первому начальнику командного пункта флота Пархоменко Вячеславу Витальевичу, с которым мы, в общем-то, регулярно сейчас встречаемся. Вот. И мой портрет висит на командном пункте, и его портрет первым. То есть я был за ним, он меня пригласил, я стал оперативным дежурным военно-морских сил Украины, получил звание капитана первого ранга в училище. Ну а дальше, как по волшебной палочке пошло, по какой-то причине Пархоменко ушел с флота, его заместитель ушел в Новоозерное руководить командным пунктом, и мне буквально через год... Ну, как бы поставили задачу, принимайте командный пункт флота. Рановато было, может быть, не совсем был готов, но ввязался. Очень много было хороших помощников, заместители, оперативные были замечательные, так сказать, в прошлом друзья, а потом подчиненные. И вот эта кривая вынесла, наверное, больше 10 лет командовал командным пунктом флота. Причем эта должность, она по-другому называется, замначальника штаба флота с боевого управления, ну и как бы был при четырех командующих, там при пяти начальниках штабов, ну это одна сторона, и
многое, я думаю, что сделал многое вместе со своими друзьями в вопросах создания совершенной системы управления на флоте. А самое главное, со мной было очень много людей. Когда 100, когда 200, когда 300, когда мы создавали систему управления. И у меня всегда было в жизни кредо, так сказать, идти вместе с людьми. Ну і слава Богу, эта кредо сработала. Після служби у штабі і заслужений відпочинок. Однак свою діяльність Володимир Лошаков не припиняє і досі. Допомагає діючим та колишнім військовослужбовцям вирішити будь-які проблеми, працевлаштуватися тощо. Тобто командний пункт флоту продовжує своє життя і поза флотом. Його з вдячністю згадують підлеглі та друзі. Вдячний Володимиру Ігоровичу і його син Андрій за своєчасні мудрі поради і за допомогу у виборі професії. Адже коли завжди є яскравий приклад перед очима, і вагатися немає сенсу. Батько – морський офіцер. Ким же ще міг стати син? Я родился в городе Севастополе. Детство прошло здесь. Всю среднюю школу я учился в Североморске, в столице Северного флота. Все особенности службы отца, семьи военного я видел. Поэтому, в общем-то, выбор был сделан осознанный, это не пугало меня. Массу времени я проводил на кораблях, мне было интересно. Дни корабля проходили с особым интересом. Военные соревнования, конкурсы, состязания среди моряков, обеды в кают-компании вместе с офицерами. Когда первый раз мне в руки попал фотоаппарат «Зенит», всю пленку я потратил исключительно на фото кораблей. Находясь на причале первый раз и стоя рядом с большим военным кораблем, уже, как говорится, в то время было ощущение такой большой величественной конструкции, которая много может, на которой служат сильные, грамотные, крепкие люди. Ну, це производить сильне впечатлення. Після закінчення школи Андрій вже впевнено знав, він буде морським офіцером. Вступив до Чорноморського вищого військово-морського училища за фахом ракетно-артилерійське озброєння. Через два роки, коли з'явилися нові спеціальності, перевівся на штурманський факультет. Штурман, на мой взгляд, это человек, от которого зависит очень многое. Он практически всегда находится на ходовом мостике. От его советов и рекомендаций зависит успех выполнения боевых задач. Его рекомендации всегда ждет командир, всегда ждет старший помощник или вахтенный офицер. И если штурман грамотный и командир в нем уверен, то все получается легко, правильно, быстро, своевременно. Вибір сина не здивував ані батька, ані матір. Вони заздалегідь знали, який професійний шлях обере їх дитина. Адже кораблі та море – це не просто дитяче захоплення Андрія. Це вже стало невід'ємною частиною його життя. Ми прослужили от на севері 16 років і повернулися сюди в 89-му році. Син закінчував тут, в той же школі, що, в общем-то, і ми з мужем вчилися. 45-й он заканчивал 10-11 класс. И когда закончил, в принципе, по-моему, даже у нас не было таких размышлений. Мы знали, что, в общем-то, семья военных. Дед был один, другой военный, папа моряк. И сын, в общем-то, тоже он, другой дороги он для себя, в общем-то, и не видел. Тем более у нас в Севастополе всегда с гордостью воспринимали. Было два училища, Голландия и Нахимовская. И, в общем-то, ребята считали честью поступать в училище и быть военными. Вот поэтому другого вопроса не возникало. 5 років навчання, золота медаль по закінченню училища, перше офіцерське звання, перше призначення. І не будь-куди, а на флагман військово-морських сил фрегат «Гетьман Сагайдачний». І перший похід. І знову, як і у батька у далекому 1970-му, до берегів США. Тоді перший радянський, тепер перший для незалежної України та її відродженого флоту. Ми випускалися в 96-му році, в кінці апреля. Флот готовился принимать корабля Черноморского флота, поэтому у нас у молодых офицеров было
небольшой период времени, чтобы приобрести определенный опыт, который должен был нам помочь в приеме кораблей. Мне очень повезло, я попал служить на флагман военно-морских сил. С первых дней включился в подготовку корабля к дальнему походу. Вы помните, в 96-м году Сагайдачный и БДК Константин Ольшанский участвовали в дальнем походе кораблей к берегам Америки. Были с визитом в Соединенных Штатах Америки в порту Норфолк. Работа была по подготовке сложной, интересной, очень полезной. Безусловно, сам переход и участие в дальнем походе позволило приобрести огромный неоценимый опыт. Считаю, что вернулся я с похода уже состоящимся штурманом. Безусловно, первый поход, он самый сложный, но и самый эффективный. Все, что можно было взять, чему научиться, молодые офицеры старались впитывать как губка. Первую уверенность я почувствовал, когда при входе в пункт базирования Норфолк мне доверили выдавать рекомендации, производить расчеты по своевременному выходу в точку начала салюта. Это было ответственно, волнительно, но, выполнив данную задачу, появилось чувство удовлетворения и сил. Служба на Сагайдачному, далі командир штурманської бойової частини на фрегаті «Севастополь», а потім крейсер «Україна» і 4 роки флагманський штурман бригади надводних кораблів. Сходинка за сходинкою. Навчання в академії, яку Андрій Володимирович закінчив золотою медаллю, призначення на посаду флагманського штурмана до Центру морських операцій і вже через рік нове підвищення. Головним штурманом відділу головних спеціалістів управління бойової підготовки командування військово-морських сил Збройних сил України. Эту должность назначили меня несколько лет назад. Предыдущая должность – флагманский штурман Центра морских операций. Это было логическим назначением, безусловно, повышением и той посадой, к которой я стремился всю свою службу. Это высшая посада по специальности. Посада очень интересная, требует большого уровня знаний, коммуникабельности. Посада живая, постоянное общение. Володимир Ігорович завжди був і залишається прикладом для свого сина. У будь-якій ситуації Андрій Володимирович думає, як би повівся його батько, і, звичайно ж, радиться з ним. Адже дуже добре, коли є на кого рівнятися і кого наслідувати. Безусловно, отець, прежде всего, пример. І он научил меня системе взаимоотношений с подчиненными. Начальник для подчиненного должен быть и отцом, и матерью, и братом, и очень жестким и требовательным командиром. И в этом случае, если это так, то подчиненный, на мой взгляд, всегда готов ответить тебе тем же. Командир вправе ожидать от подчиненного выполнения любой задачи, добросовестного выполнения этой задачи. И вот такая вот работа, взаимодействие командира и подчиненного – это всегда фундамент успеха. Это одно из главных, чему научил меня отец. То, что мой отец офицер и, конечно, главный для меня наставник, это, безусловно, большая помощь, я всегда имел возможность посоветоваться. Он первый, кто мог оценить мою работу. Но, как сами понимаете, это налагает и большие обязанности. Всю свою службу я думал о том, как будет оценена моя работа, не будет ли ему за меня стыдно. Не подвести отца, наверное, было самым важным в службе. Я думаю, мені вдалося з цим справитися. Батько зі свого боку дуже пишається сином, його успіхами та досягненнями. Часто, коли говорять о том, що таке щастя, от можна говорити много раз.
А я хотел бы сказать, счастье – это когда у тебя такие дети. Все. То есть у тебя и в семье. Дети, которые, так сказать, да, они взрослые, да, они с характером, да, они, так сказать, уже не идут направо, когда говоришь направо, не идут налево, говоришь налево. Они, у них свой путь, но это твои, ты их воспитал, ты вложил, ты гордишься и зачастую иногда, так сказать, хвастаешь, что не всегда поощряется в нашей семье. Но во всяком случае, да, это, наверное, итог. Хотя я еще думаю, что я еще, так сказать, еще есть порох в пороховницах, мы еще поработаем в этой жизни. Дві долі дуже міцно пов'язані між собою – батько та син, такі різні і такі схожі водночас. Коли в кінці нашої розмови я попросила охарактеризувати Володимира Ігоровича в кількох словах, Андрій Володимирович назвав всього 4 слова – душевний, добрий, справедливий, уважний. Ємко, чітко і змістовно. Адже саме таким повинен бути чоловік, батько, товариш і командир. Саме таким є Володимир Ігорович. І таким завжди намагається бути його син. Саме такі вони – морські офіцери. Військова династія, для яких море і кораблі – їх вибір на все життя.